Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю такой вот нестандартный видосик. Сейчас у нас золотой ящик. Попробуем поймать его, и я расскажу, в чем суть данного ролика. Если вы, в принципе, увидели превью, то вам уже примерно понятно, о чем пойдет речь в данном ролике. Давайте попробуем поймать. Видите, Смергелин забирает еще один золотой ящик. Речь пойдет, конечно же, об этих метеоритах. Сейчас попробую найти еще одну точку. Не знаю, где она. Что здесь трется? Что здесь трется? Это там вдалеке. Ясно. Речь пойдет об этих метеоритах. Кто смотрит мои стримы, то, наверное, уже задавался себе вот таким вопросом, как это так? Чемпионы ловят очень много золотых ящиков. Скажу вам так, ответ довольно-таки прост. Все игроки, участвующие в киберспорте, а также в различных турнирах за призовые краски, имеют защитный модуль от всех. То есть, в моем случае, я имею резист. Модуль МА, который защищает 25% от всех пушек, также от мин. И многие задались себе вопросом, защищает ли этот модуль от метеорита. После долгих проверок, игр за эти 4 дня, мы все-таки поняли, все наши игроки, я имею в виду, которые играют со мной, то что да, защитный модуль, модуль МА, модуль МБ, модуль МЦ, все они защищают от метеорита. Спросите, как это так? Ответ прост. Если модуль защищает от всего в игре, то он вполне реально защищает, не даже не, я бы сказал, не вполне реально, а защищает от метеорита. А Ветис уже что-то мне там пишет в чате. Проверяли мы это довольно-таки долго и упорно. Кто смотрит мои стримы, тот уже видел, как мы не раз об этом уже говорили. Вот у нас золотой ящик. Я попытаюсь показать, о чем я говорю. Данный модуль дает максимально близко подъехать к золотому ящику. При этом получаю урон, но не умирая. Вот, смотрите, мне даже сейчас хпшку не сняло. Просто не сняло хп. Сняло какой-то там пикселечек. Хотя я находился возле самого почти что золотого ящика. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Вот еще один золотой ящик. Еще покажу сейчас. Сейчас полетит голд. Я попытаюсь максимально близко к нему приблизиться. Еще один золотой ящик. Ну ладно, сейчас я стоял далеко. Возможно, это... Сейчас еще один будет. Сейчас попробую подъехать поближе. А. Видите, он стоял, его взрывной волной даже уже качнуло. Я стоял примерно на таком же расстоянии. Меня даже, во-первых, не качнуло, хоть и падал с той же примерно стороны, да? И я подъезжал, и урон получил минимальный. За эти 4 дня, в сумме могу сказать так, все игроки клана Синерджи, которые получили чемпион, поймали в сумме больше 500 золотых ящиков. Вы просто представьте себе эту цифру. 500 золотых ящиков. Тот же Аветис Мергелян поймал 150 голдов. И это всего лишь еще сейчас идет четвертый день. За 3 дня, можно сказать грубо, он поймал 150 золотых ящиков. Вы просто не представляете, какой бонус дает данный модуль. И что же он творит. Конечно, это отличный буст для нас. И многие в этом недоумевают, как это так.
как они забирают их? А ответ прост. Они имеют резист. Они имеют преимущество. Именно это преимущество дает шанс забирать, спокойно забирать золотые ящики. У кого нет этого преимущества, постоянно страдают. Вот, видели, где он стоял, да? Диктатор стоял за домом, стоял, ну, за этим, за ограждением. Его все равно слило. Стоял бы я бы за этим ограждением. Я думаю, по мне даже бы урон не прошел. Так что, много есть вопросов по этому поводу. Много недопониманий. Кто-то, может, даже и не верит этому. Ну, скажу вам так. Проверяли очень много. За эти 3 с небольшим дня наловить больше 500 золотых ящиков на буквально 4 игроков, я считаю, это очень большим количеством. Если сказать небольшим, а огромным даже, будет правильно. Но сейчас у меня было очень мало здоровья, плюс стоял с той зоны, где падал метеорит. Если было бы у меня full хп, я бы выдержал. Ну что-то на этой каточке очень много метеоритов. Очень много. Попробуем найти точечку. Не вижу ее. Ага, она походу здесь. Да, она у нас здесь. Метеорит уже летит. И я забираю. Красиво. За этот бой я забрал уже 3 золотых ящика. Вы только вдумайтесь, да? Я сыграл 9 с небольшим минут. Может даже... Нет, какой 9? Я сыграл 6 с небольшим минут и поймал уже 3 золотых ящика. Вы представляете, какой это фарм? Это просто настоящий фарм кристаллов. Считаю этот праздник удавшимся просто на 100%. А защитный модуль — это просто шикарнейший буст для всех игроков. Спасибо за то, что разработчики игры дают нам такой шанс. Мне очень приятно пользоваться им. Моим игрокам тоже это очень приятно. Все-таки все наши заслуги идут не напрасно. А все они получают хотя бы какое-то преимущество в рандомных битвах. И мне это, если честно, да, повторюсь, очень нравится. Что бы хотелось еще сказать? Бой у нас подходит к концу. Ролик тоже, в принципе, подходит к концу. Все, что я хотел, я уже рассказал. Ответил на вопрос многих игроков, которые, смотря мои стримы, недоумевали. Говорили, что это все развод. Но я могу сказать это с уверенностью. Да, защита есть. Так что, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поставьте ему лайк, если хотите, чтобы я продолжал снимать видео по данному аккаунту в целом и что-то для вас придумывать интересное. А на этом все. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока.